встречал на природе, но веселый, с утреца. Видимо, выспался. Тает лед, пусть сегодня нас не найдет. Ну что, как спалось, рассказывай. Слушай, офигенно, ребята, смотрите, мы же приехали вчера ночью сюда, поэтому мы не видели той красоты, которая вокруг нас. Смотрите, у подножия какой, я даже не знаю, какой великой скалы мы спим. Да, красота. Ветер такой сильный, что даже раздул огонек моментально. Просто угольки достали старые, и он их сразу раздул. Плюс 20 сейчас машина показывает. Меня на завтрак копченые устрицы. Ага. Завтрак турист или завтрак буржуя? Блин, сдувает просто. Ветер такой сильный, что сдувает даже за машиной. А у меня вот персики маринованные. Еще у нас есть хлеб, паштет. Приятно вообще-то, и мы поехали дальше, в глушь. Еще больше. Ездим в Wolfish Bay, видим замечательное зрелище. Сотни розовых фламинго пасутся прямо возле самого берега. Ром, чё? Видишь, сколько медуз? Да, какие-то медузы раздавленные. Слышишь? Может, сейчас отлив? Друзья, наши приключения продолжаются. Мы засадили Дастера в пустыне Намиб. И сейчас пытаемся его достать. Но всем понятно, да, что ни палок, нифига нету. 5 сантиметров и сразу закапывается все. Песок, смотрите какой. Все, вот он. Лопата полностью уходит. Ну. То есть верхний слой песка еще более-менее твердый. А дальше просто вообще пыль. И никаких машин в округе. Только мы. Но мы же едем в глушь. Да. Только хардкор. Все, ребята, надоел мне этот Рома. Ухожу. А если серьезно, у нас все-таки получилось вытащить машину. Вот отсюда. Из зыбучих песков. Да. Спасибо нашим спонсорам. Фирме Т+. Которые дали непонятно зачем нам чехлы для сидений. Что мы сделали? Мы чехлы для сидений набили песка. Это специальная Ромина технология. Подняли машину, положили эти чехлы, набитые песком, под колеса. И по все четыре. Машина перестала закапываться, потому что твердая под ней. Да. И выскочили. И выскочили легко. Но смотрите сами, вот. Но мы вот еще ты останавливаешься, все, сразу у тебя покрышка практически скрывается. Мы приспустили колеса еще? Да, мы спустили колеса где-то до 1 атмосферы, может быть 0,8. У нас манометра нет, так, на глаз. Сейчас, надеемся, поедем без всего, без застреваний. Но далеко не убираем ничего. Игорь вчера так впечатлился устрицами намибийскими, что мы специально из пустыни приехали сюда покупать еще один. В аквариуме пасутся. Вот так вот они лежат. Ждут Игоря. Сколько будешь брать штук? 10. 10? Ты же говорил только что 20. 20, мне кажется, ты не будешь, ты же не ешь? Нет. Сопли? Нет. Сопли. Атлантические сопли не ешь? Сопли не люблю, да. А я люблю. Решили взять на 100 баксов.
намибийских. Получается 16 штук. Это 6,50. 6 долларов. Да, полдоллара стоит ровно. 30 рублей. 16. Одна из вещей, которая мне лично запомнится больше всего в Намибии, это дороги. Причем дороги не просто дороги, а грунтовые дороги. Сейчас мы едем по грунтовой дороге 120 км в час. Вот это вот я понимаю, качество покрытия. Знаешь, если ты по грунтовке можешь ехать 120 км в час, абсолютно комфортно, то представьте, как ты по асфальту можешь ехать. Местность, но очень красиво, особенно когда проезжаем вот такие вот скалы разные и тому подобные вещи. Здесь река, если что-то вымыло со временем, все такой проход. Здесь проложили дорогу. Такой гараж у нас, ребята. Ехали мы, ехали и приехали в гараж. Мы пересекли знаменитый тропик Рака. Теперь мы на самом юге южного полушария Африки. И теперь мы едем еще южнее. Доброе утро, планета. Вчера ночью мы приехали в крутой отель. В округе возле Сосуфлея нету ничего, все забронировано. Мест нет нигде. Остался только один дорогой отель за 150 долларов с человека. Но мы сторговались и заселились за 130 долларов за номер. Смотрите, ребят, какие стены. Да, просто брезент. Какой-то просто материал. Парусина, брезент натянут. Вот такое вот здесь вот у меня было уютное гнездышко. Игорь спал вот здесь, на кресле. Значит, вот здесь вот такой вот ванная, балкон, душ. Прямо уходишь на такой... Я хочу вот... Можно тебя попросить выйти? Пожалуйста, пожалуйста. Вот здесь вот у нас балкончик. На балкончике вот такой вот потрясающий вид на африканскую саванну. Прикол в том, что от нашего домика идти до ресепшена Игорь вчера посчитал ровно 500 шагов. Блин, почти полкилометра. И потом от ресепшена до стоянки, где стоят машины, еще 300 метров. Наша задача сегодня увидеть дюны и доехать до Южной Африки. Честно говоря, вчера перехвалил грунтовые дороги, они мне уже надоели. Я уже хочу асфальт. Садись.
садимся в специальные машины, которые могут проехать везде. Надо открывать дверцы сначала. Ты сначала лезешь, потом открываешь. А, ну давай, еще лучше, наверное. Давай. Вот такие сидушки. Друзья, мы едем на самые высокие дюны Намибии для того, чтобы посмотреть их самим и показать их вам. Вот так бы выглядели мы, если бы поехали тоже сюда на своей машине. Приехали, значит, мы со Суфлей на машинах специальных, подготовленных, которые ездят только по песку на спущенных колесах, на злой резине. Дастер бы сюда точно не прошел. Потому что у нас резина неподходящая, и у нас нету всех блокировок, как на этих старых крузаках. Значит, сейчас мы попробуем подняться на эту дюну. Это Big Daddy, большой папочка. Так прикольно, сижу на склоне на вершине дюны и никогда об этом раньше не задумывался. Вот солнце только всходит, вот дюна, вот здесь песок теплый, уже даже начинает прогреваться до горячего, а вот здесь песок реально холодный. И я сижу и как раз получается попой сел на границу холодного и горячего, и это очень сильно ощущается, прям вот 5 сантиметров, а разница существенна. Чего идешь, погрустнел? Слушай, я просто не понимаю, где можно летать на дроне, если они его запретили даже в пустыне. Как? Ну, может, это не пески. Может, ты тенью портишь фотографии людям. Ага. Нет, я же у нее причем спросил. Я говорю, а можно я буду лететь туда, там, где нет людей? Нет, нельзя. Запрещено. Значит, это достояние Намибии, и снимать его запрещено, иначе люди будут смотреть на YouTube все ролики и не поедут сюда. Да? Правильно, ребята, вы ж такие. Спасибо, что смотрите. Да, и не едете в Намибию. Мы все равно взлетим и вам покажем. На самом деле, едьте в Намибию, классная страна. Обязательно к посещению страна. Да, интересная. Не похожа на Африку, такая достаточно цивильная. Вот там вот, значит, Суфлей, вот дорожка идет. Вот мы по ней ехали, ехали. Вот все это время идут дюны. Можно спокойно останавливаться, фоткаться, снимать, лазить, ползать, что хочешь делать. Самое главное, подъехать к любой из них на машине, на любой. Тут дорога такая, что ты к ним подъедешь. Вот видите, мы съехали. Да, тут идеальная дорога. Да, просто. Вот мы съехали по пустыне, вот даже ничего не промяли. Покрытие идеально. Да, даже легковушка проедет. Поэтому платить по 10 баксов с человека, чтобы тебя отвезли, смысла нет. Вы не поверите, но пока я заправляюсь, Игорь опять успел пожрать. Вот он стоит и жрет устрицы. Своих любимых. Ты что, опять устриц жрешь? Ну ты мажор. Друзей нашел? Один попробовал, я ему говорю 15 баксов.
Понятно. Он говорит, нормально-то нисколько. Я ему сразу переканкаю, как он подается, беда у вас. Завез, а? Идите вы нафиг, я сам заблудился. Игорь, хочу тебя поздравить. Через 250 метров начнется асфальт. Да, и который будет тянуться до границы с ЮАР. Сколько вы проехали? Аллилуйя. Сколько вы проехали? Аллилуйя. По грунтовке, ты помнишь? Все время. Мне кажется, 1500. Не, на самом деле удивительно. Очень много грунтовок. Очень мало асфальта, но... Очень много, да вы практически все по грунтовке. Я про что я говорю, да. Игорь, ты что, подпаиваешь, спаиваешь людей? Да. Привет, hello. Thank you. How are you? Fine, how are you? Я тоже неплохо. Даже спасибо не сказал. Да? Да. Кто такая? Я не сказала, thank you. Thank you very much. Вот так вот дорожных рабочих спаиваем. Да ладно, спаем, угощаем. Ребята, мы уже видим ЮАР. Вот он. Или оно. Нет, она. Вот она. ЮАР – это она. Южноафриканская республика. Вот он. Да, через... Вот он, этот стран. Вот он, стран посетил. Сейчас мы едем в транзитной зоне между государствами. Мы уже выехали из Намибии, но все еще, но пока не въехали в Южную Африку. Да. Сейчас мы въезжаем в Южную Африку, там движение тоже левостороннее. И там сейчас проходим границу. Самое сложное на этом участке у нас это пройти границу с Южной Африкой. Да, это самое сложное. Сразу потому было что... заранее известно, потому что у нас нет карне. Потому что у нас есть карне, но просто кто-то его увез с собой в Москву. В Москву случайно, да. И теперь карне нас ждет в Кейптауне, но для этого, сами понимаете, мы остались заложниками ситуации, как это обычно бывает. Так что, скрестили пальчики, да. Едем. Друзья, наши волнения оказались абсолютно напрасными. Эта граница оказалась еще более быстро границей, нежели намибийская. Мы ее просто проскочили. Да, мы, короче, принимаешн, конгратюлейшн, да. Эвридейшн. И сейчас у нас будет конгратюлейшн. Что там у нас будет? Друзья, мы в новой стране! Южная Африка! А ты знаешь, что самое главное, Игорь? Что? Что буквально через каких-то 5 часов мы будем в Кейптауне. Да. Это будет ровно половина нашего пути. Это будет ровно половина нашего пути, и это будет завершением первого большого этапа, да. Который назывался Москва-Кейптаун. И следующие хэштеги в наших соцсетях будут Кейптаун-Москва. Правильно. Да. Но на самом деле сразу что говорится, это половина пути такая, она, знаете, психологическая, не по расстоянию. По расстоянию уже больше половины мы прошли. Это именно психологическое, мы хотели добраться до Кейптауна. И в реальности я надеюсь, что самая сложная Западная Африка, все границы, они позади. Впереди более туристичные страны, но от того они не менее интересные, а наоборот более интересные, потому что там есть что посмотреть. Блин, Кения, Танзания, Уганда, Замбия, Ботсвана. Килиманджаро ждет нас. Килиманджаро, ну короче, Эфиопия, Судан, Египет. Это все еще только впереди. Так что подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. И присоединяйтесь к нам в наших путешествиях. И присоединяйтесь к нам в наших путешествиях. Любой из вас может поехать. Напишите там мне или Игорю, скажите, я хочу поехать. У меня там есть день на билет немножко. И... Кейптаун 678. Да, и мы что-нибудь придумаем. 678. 678. Мне нравится. Половинку просим. Южная Африка! Встречай нас!